компании «Хитэд Ритейл Групп» – это очень знаменательный день, связан с открытием первого зеленого перекрестка в Санкт-Петербурге. И, конечно же, первый вопрос, который возникает, а чем он отличается от синих? Вообще, что такое зеленый перекресток? Здесь хочется, наверное, сказать, что клиент зеленого перекрестка – это деловой человек с стабильным средним доходом, человек, который уже попробовал очень многие вещи в разных форматах магазинов, и человек, который ценит качество в первую очередь. Поэтому здесь, в нашем магазине, вы можете видеть очень много товаров группы Fresh. И, конечно же, ассортимент, который здесь присутствует, он может удивить вас разнообразием. Приблизительно на 800 квадратных метров здесь насчитывается 11,5 тысяч видов товаров, 11,5 тысячи SKU. И, конечно же, очень часто задают вопрос, а какая доля российских товаров в ассортименте зеленого перекрестка? Это хороший вопрос. Здесь мне, наверное, хотелось бы сказать, что сила супермаркета, она кроется в ассортименте в первую очередь. И, безусловно, здесь есть как российские товары, так есть и бренды, которые уже формировались в течение 300 лет. Если мы с вами возьмем швейцарский сыр, то швейцарский сыр можно купить только в Швейцарии. Поэтому очевидно, что в области сыров, к сожалению, пока на российском рынке нет таких очень сильных сформированных брендов. Я думаю, что наш покупатель очень много найдет для себя здесь нового и интересного. Возможно, даже того, что он не увидит в привычном супермаркете. Более того, основное слово «зеленый», да, оно направлено на качество товара, на его свежесть. И здесь вы можете найти огромное количество товаров нашего собственного производства, того, что мы делаем своими руками, то, что невозможно найти больше нигде. Я думаю, что данный магазин найдет своего потребителя, и покупатели оценят. Мы уверены, что мы сделали интересный, хороший, красивый магазин, и покупатель, который придет, он это оценит, поймет, и данный магазин будет иметь свою хорошую аудиторию. Рады сегодня открыть первый зеленый перекресток в прекрасном городе Санкт-Петербург. Вот. Это наш новый концепт. Вы знаете, что в Петербурге сейчас работает 34 магазина «Синий перекресток». И вот открылся первый зеленый перекресток. Идея этого магазина – это магазин высокого качества, высокого сервиса, широкого выбора продуктов, в первую очередь горячего стола, широкого ассортимента фруктов, овощей. И основной наш девиз – это качество. Вот. И будем рады видеть санкт-петербургцев у нас в гостях, здесь в прекрасном торговом центре, где расположен наш магазин «Перекресток зеленый». Я очень надеюсь, что такой сильной командой